Поздравляю основателей, сотрудников замечательного телеканала «Союз» и всех, кто слушает передачи, смотрит передачи этого телеканала с 12-летним юбилеем. 12 лет – это вроде число не круглое, но раньше 12 лет – это был возраст, когда мальчик становился мужчиной. Я надеюсь, что телеканал, пройдя болезни там, детские, пройдя через подростковый, может быть, возраст, станет крепким, настоящим телеканалом, который будет говорить о правде, будет говорить о Божьей любви, будет помогать нашим телезрителям найти дорогу в этом мире полном лжи, полном неправды, полном всяких соблазнов, поможет им приобщиться к подлинной радости церковной жизни, наставит их на путь спасения, будет проповедовать истины, которые на землю принес Господь. Ваше служение очень важно для нас, и мы надеемся, что оно будет продолжаться много и благое лето.